Друзья, всем привет! Меня зовут Юлия, и вы на канале агентства недвижимости «Дом в Мерсине». Сегодня мы в районе Томюк, в новом жилом комплексе «Лавиния 2». Мы вам очень часто показываем здесь квартиры, потому что здесь действительно большой спрос на квартиры. Планировки отличные. Все квартиры, и 1 плюс 1, и 2 плюс 1 с отдельными кухнями. Но у нас сегодня для вас специальное предложение. Уже готовая квартира, полностью мебелированная. Мебель и технику мы выбирали вместе с хозяевами. Вы посмотрите, мне кажется, получилось здорово, потому что действительно красивая, чистая, новая квартира с новой мебелью и техникой. Ни о чем не нужно думать, просто взять свои вещи и заехать. На территории комплекса есть все для вашего комфорта. Сауны, хамамы, бассейн с горками, баскетбольное поле, зона барбекю, автостоянка и огороженная территория. А что еще нужно для отдыха и комфорта? До моря примерно 450 метров по прямой дороге, красивая набережная, где продают фрукты и овощи. В общем, все есть для того, чтобы вы комфортно отдыхали со своей семьей. Давайте начнем с кухни. Здесь еще раз напомню, во всех квартирах отдельные кухни. Сейчас мы находимся как раз в ней. Из бытовой техники у нас новый холодильник, стиральная машинка, посудомоечная машинка, все фирмы Vestel и все на гарантии. Также 3 кондиционера в каждой комнате и тройка, газовая плита, духовка и вытяжка. На кухне у нас классный стол, который раскладывается, есть 4 стула, подобранные под интерьер. В коридоре, здесь есть хороший коридор, огромный шкаф, куда вы можете сложить все необходимые вещи. Также есть открытые полочки, чтобы положить, например, вот как мы сделали, ключи или свои очки. На полу в коридоре у нас керамическая плитка, а в комнатах и на кухнях ламинат. Коридор у нас тоже достаточно просторный, везде есть точная подсветка, ее делали хозяева отдельно. И сразу же пройдем в салон. 25-30 квадратных метров, уже полностью обустроены, есть диван, который раскладывается, кресло, журнальный столик, телевизор с тумбой. И вот здесь еще такой шкафчик под аксессуары, вот как красиво все сделано, мне кажется, хозяева действительно хотели жить здесь постоянно, но обстоятельства сложились так, что они должны продать эту квартиру. Есть кондиционер и классный балкон, большой балкон площадью примерно 10 квадратных метров, он уже, как вы видите, застеклен, смотрит на соседнюю территорию, посмотрите, какой красивый вид открывается на бассейн Лавиния 1 от этого же застройщика. Есть стол на 4 персоны, также можете повесить шторы и тогда немножко сделать интим, но мне кажется, не нужно, потому что остекление само по себе скрывает внутри вид. Дальше пойдемте посмотрим санузел. Здесь у нас в квартире 2 санузла, 2 балкона и 3 спальные комнаты. Душевая кабина, тропический душ. На балконе установлен бойлер, поэтому в квартире, везде, во всех санузлах и на кухне горячая вода, есть шкафчик с зеркалом. Все чистенько, красивенько. Ребят, просто действительно, квартиры конфетки. Сейчас мы посмотрим с вами следующую спальню. Вообще, это спальня детская, либо гостевая. Здесь хозяева приобрели диван, который раскладывается в спальное место. Хороший шкаф, действительно хорошего качества. Мы выбирали вместе в хорошем магазине. И опять же, здесь стоит у нас кондиционер, инвертор. И еще хочу обратить внимание на шторы. Ребята, действительно, шторы очень качественные. Покупали в классном магазине и подбирали все под интерьер. А шторы у нас в Турции дорогие. Если сложить, действительно, с мебелью совсем недорого получается эта квартира. Сейчас мы зашли в спальню. Посмотрите, какая красивая двуспальная кровать с тумбочками, вот с такими аксессуарами и подсветками. Также стоит кондиционер, как вы видите. И в этой квартире есть еще в спальне санузел с душевой кабиной и гардеробная. Посмотрите, здесь действительно хватит места супругам. Даже, может быть, еще какие-то вещи можно дополнительно сложить. И вот следующий у нас санузел родительский. Установлено хорошего качества. Душевая кабина, тропический душ, как я вам уже сказала, горячая вода от бойлера, который установлен на техническом балконе. Балкон у нас смотрит
также на западную сторону, на территорию Лавинии. На балконе установлены на этом моторы кондиционеров и бойлер. Также вы можете его использовать для сушки белья. Есть выводы здесь под газовый котел. То есть все уже укомплектовано, сделано. Вот я хочу вам показать шторы. Ребят, покажи, пожалуйста, шторы. Смотрите, какая красота. Просто вот действительно все подобрано под стиль квартиры, под стиль мебели. Все классное, красивое. Планировка. Новый жилой комплекс с полной инфраструктурой. Сауны, хамамы, бассейны, детские площадки. Ну, в общем, я не знаю. Мне кажется, тяжело найти сейчас такие хорошие варианты. Заходи и живи. Ребят, если вам понравился этот вариант или вы ищете что-то подобное, обязательно пишите и звоните нам на WhatsApp. Мы подберем для вас лучший вариант. А на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Юлия, агентство недвижимости «Дом Мерсине». Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк. Обязательно напишите комментарий и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. До встречи!